Традиционно лыжники Спасска Дальнего открывают зимний сезон городским фестивалем по лыжным гонкам. В этот раз поддержать спасчан приехали сторонники здорового образа жизни села Анучино, поселков Горные Ключи, восток Кировского, Хабаровского края. Мы были летом два раза, и вот приехали сюда на вкатывание. Это связано еще с тем, что снег вперед выпал в Спасске. Мы с удовольствием собрались и поехали. Настрой боевой, приморцев обыграть хотим. В фестивале по лыжным гонкам принимают участие как дети от 3 лет, так и ветераны этого вида спорта. Гонка проходит в классическом стиле с раздельным стартом. Мы очень рады, что сегодня такая хорошая погода. Мороз, снег есть, это самое главное. Ребята готовы, они очень тренировались все лето и всю осень, готовились к этим стартам и вообще к зимнему сезону. И, в общем, померяемся силами с другими ребятами территории. Первыми на старт вышли малыши. Ребята, выстроившись в цепочку, ждали отмашки судьи на линии. Лица у детей сосредоточены, ведь для многих из них это первые большие соревнования на настоящей лыжной трассе. И вот старт дан, гонка началась. Все участники продемонстрировали, что хорошо подготовились к соревнованиям. И если малыши в спешке на старте едва не падали, то взрослые ребята быстро скользили по лыжне, намереваясь показать наилучший результат. Настрой, конечно, боевой. Что на всероссийских, что даже на таких, на наших соревнованиях, настрой всегда побеждать. Приехали девчонки из Хабаровского края. Мне, конечно, интересно с ними побороться, потому что редко видимся, редко бегаем с ними соревнования. Мне интересно проверить их. Хабаровские лыжники, конечно, составили конкуренцию спасчанам, но все же хозяева трассы чаще поднимались на пьедестал. Алина Черненко, Екатерина Дзубан, Евгений Спиридонов. Новости на 8-м.